большому каньону дойду. Ветер с моря обдувает и песчаный берег манит. Я про Крым друзьям расскажу. Всем доброе-доброе утро. У нас 7 утра. И посмотрите, какую картину мы наблюдаем из нашего номера. С утра рыбаки уже, я просыпалась в 6, и они уже все-все-все на лодках. И они рыбу ловят сетями. Они вот сейчас там в данный момент распутывают сети, вытаскивают. А рядом вокруг них огромное количество чаек. И они так, знаете, когда они вот это вот достают, они прям к ним подлетают, пытаются что-нибудь выхватить оттуда. Так забавно это наблюдать. У нас сегодня такой завтрак с Оксаной. Мощный. Бомбический. Потому что мы вчера все, что купили, съели. Нет, что купили, выкинули, скажем. Выкинули пиццу. Поэтому с утра у нас апельсины и печеньки. Сейчас мы собираемся в дальний путь. У нас сегодня будет очень насыщенная программа. Сейчас чуть-чуть попозже вам о ней расскажу. И смотрите, кто-то уже искупался, сходил. Здесь очень много рыбаков, прям вообще. Картина прям такая, знаете, жизненная, из жизни. Ну, как этим можно не наслаждаться? В общем, собираемся мы сегодня по маршруту Балаклава, и вот в этом направлении будем двигаться вдоль пляжей. Договорились с местным таксистом, зовут его Василий, сейчас вы его увидите, познакомитесь с ним. Он сказал, что провезет нас по всем этим местам, покажет, устроит прогулку на яхте. Будем сегодня действовать по обстоятельствам, посмотрим, что у нас получится. Мы с вами направляемся в сторону Севастополя, Севастопольским шоссе. По пути у нас есть несколько достопримечательностей. Но их много у нас, но одни из тех, которые нужно посетить, это у нас Форосская церковь, да. Находится на старой Воронцовской дороге. Почему она старая? Потому что в свое время, когда Воронцов здесь был губернатором Новороссии и Южного берега Крыма, он руководил строительством этих дорог. Храм Вознесения Христова. Находится она 400 метров над уровнем моря. На отвесной скале стоит. Скала называется Красная. А выше находится портик. Такой его обозначили в честь завершения этой дороги. Они называются Байдарские ворота. Храм отдали под складские помещения. После этого из храма, где мы сейчас с вами будем, в 60-х годах сделали ресторан. 400 метров над уровнем моря и сверху... Храм Вознесения Христова, да? Да. Форос. Не удивляйтесь, почему я в платке. В общем, подъехали мы к церкви Вознесения Христа. Сейчас с вами зайдем и посмотрим. Хорошо, что я взяла с собой в качестве кофты два платка. Потому что я не знала, что мы будем заезжать в церковь. Давайте посмотрим. Так, вот смотрите, вот таким вот образом это выглядит. Форос Василий очень интересно рассказал по дороге нам. Он таксист, но такое ощущение, что таксист с историческим образованием. Историк, наверное, скорее всего. Но не признается. Говорит, что просто он все знает. В общем, что вот в этом храме, в этой церкви одно время даже был ресторан. И когда приехал какой-то иранский хан к Хрущеву, и тот хотел его в этом ресторане накормить, тот сказал: «Я в доме Господнем есть не буду». И на что Хрущев разозлился и приказал это все снести. Но слава богу, что не снесли. Мы сейчас с вами зайдем внутрь. В общем, вот таким вот образом. Очень красивая церковь. Внутри... И, кстати, сегодня очень-очень много народа, наверное, потому что сегодня воскресенье, я так думаю, да. Служба, наверное. Сейчас мы с Оксаной поставим свечечки. Просто церковь внутри, она, видите, удивительно вот так вот расписана. Представляете, как можно было здесь сделать ресторан? Я не представляю. И если грусть настигнет разом,
унынье в сердце заползет. Произнеси одну лишь фразу: спасибо, Господи, за все. Можно купить здесь именную на отдельную икону. Я сейчас себе, наверное, возьму Елену. Ваня брать не буду, потому что он носит крестик. Ничего другое носить не хочет. А иконы здесь такие прям очень красивые. 12 тысяч стоят такие. Мы, оказывается, на причащение попали сейчас. Видите? Немного неудачное время мы сюда попали. Видимости практически никакой нет. Видите, какой туман. Низкая облачность сегодня. Горам подходит, а вообще отсюда открывается потрясающий вид. Обзорная площадочка, но видно только облака практически. Нет, город тоже немножко видно. Как важно не испачкать душу. Спасибо, Господи, за все. Как важно не испачкать душу. Спасибо, Господи, за все. Для любителей селфи стоит вот такая вот преграда. Хотя для тех, кто любит делать селфи, это не остановит. Вид отсюда, видите, какой. Ну вот люди, смотрите, в церкви находятся, да? Посмотрите, грязь лежит. Ну что это такое? Несерьезно. Несерьезно так вот сверху взять и бросить мусор. Ну а вид отсюда открывается очень-очень красивый. Единственное, что сейчас камера, конечно, не передает, прям вот, знаете, такой ветерок дует, прям вот облака мы видим, как будто бы в облаке находимся. Правы были те, кто вот мне говорили про Ай-Петри. Я представляю, вот здесь вот это еще все-таки не настолько высоко, насколько Ай-Петри. Туда, наверное, конечно же, обязательно нужно брать с собой теплые вещи, потому что здесь прям так бодряще свежо сейчас. Ну, виды, конечно, восхитительные. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас мы увидим Байдарские ворота. Это что за ворота такие? Байдарские ворота построили в честь завершения этой дороги в 1848 году. Построены они в готическом стиле. Ну, и, честно говоря, так и они и сохранились. В готическом стиле. Это было как пропускной пункт, то есть южного берега Крыма, также и Севастополя с Бахчисарая на южную сторону. Ага. То есть и они служили комнатами отдыха, меняли лошадей, оставляли почту. Ну, то есть по всей дороге как бы были такие сооружения или небольшие дома с конюшнями. И вот здесь мы сейчас с вами увидим. Да, я сразу этого Пьера Безухова вспоминаю, как он куда-то едет, размышляет на карете, в таком домике останавливается. И там они эти сапоги меняли, у него одна мечта была сапоги поменять. На Байдарских воротах свою знаменитую поездку побывала Екатерина. А-а-а. То есть она жила в Бахчисарае, в ханском дворце. Екатерина жила в Бахчисарае, оказывается, в ханском дворце. Ну как же вот нам его не посмотреть, хочется все посмотреть. И она приехала сюда посмотреть свои владения. Побывала здесь на Байдарских воротах. Дальше она не поехала, так как сообщение было не очень хорошим. Я имею в виду дорожное полотно, то есть это гравийная узкая дорога. Ну, то есть вот они и не изменились. Такие, как были, такие и есть, да? Ну, вот видите, Екатерина здесь стояла, и мы сейчас с вами постоим. Наверху видовая площадка, с той стороны видно Байдарскую долину, но сейчас облачно. Здесь какой-то уютный ресторан. Такой наши любимые ступеньки. Но сверху, я сейчас подозреваю, видно, наверное, ничего не будет, потому что облачность. Здесь именные браслеты продают. А здесь люди загадывают желания. Вот если кто... Иностранцы нас смотрят и не понимают, почему здесь замочки висят. Это желание загадаешь, оно сбудется. Слушайте, но видимости нет. Ты не знаю, видно, не видно. Прям вот облако такое. Вот я думаю, что отсюда видно
Облако такое прям летит. Все в облаках. Ну да. Не видно ничего. Но Екатерина постояла, и мы постояли. Вместе с вами вы увидели это место. Да, я что ж, я не попробовала сейчас чебурек не зашла. Обратно нам хвалили очень с яблоками в первый раз. Слышите, в первый раз? Да, что с яблоками. Нам говорили, что здесь очень классные, ну, я имею в виду в Ялте где-то, что очень классные чебуреки с яблоками продаются. Ну, с яблоками уже, знаете, он теряет свой смысл, мне кажется. Это как пахлава, только с яблоками. Ну, знаете, может быть. Такое? Не, я ни разу не пробовала, я только услышала и удивилась. Ну, в принципе, как пирожки с яблоками бывают, чебуреки тоже. Ну, как дорогой? Ну, средняя цена такая. Ну, он уютный, довольно-таки уютный, но времени просто сейчас не было там остаться. И сюда целенаправленно в Советском Союзе даже люди с Ялты ездили обедать на такси. Ух ты! И уезжали обратно, да. Вот славились своими чебуреками здесь, этот ресторан. Ну, наверное, тесто умели очень классное делать. Баранина по-пастушье. Мы спускаемся с вами в Байдарскую долину. Угу. Вот Байдарские ворота, Байдарская долина. Почему? Тоже есть несколько версий, почему. Байдарская, то есть богатая долина, от того, что здесь все цветет, плодородит, то есть здесь есть вода, вот ее и так прозвали. А вторая версия есть, что здесь раньше жил знаменитый род Байдары. То есть Байдары это, ну, чуть ли не потомки Чингисхана. И вот поэтому тоже называют Байдарская долина. Да, ниже спускаемся и все. Видите, там 500 метров получается над уровнем моря мы были, а здесь внизу уже солнышко светит. Сейчас мы с вами через долину приедем. Также здесь есть пивоварня, кому интересно. То есть она находится, то есть здание стоит на скважине. Здесь очень хорошая качественная вода. Здесь же производят это пиво, живое пиво. Угу. Очень многие просят, кто знает, кто не знает, восхищается этим пивом. То есть ассортимент небольшой. Но это информация для мужчин. Да. Кто здесь будет? Ну, вы знаете, женщины любят многие. Да, пиво. Вместо шампанского предпочитают пиво. Не знаю, мы не пьем. Но я имею в виду пиво не пьем. У нас все больше вино сухое, красное. Здесь также очень много пешеходных маршрутов. В этих лесах есть очень приличные отели со своими бассейнами небольшими, с прудами, где можно половить рыбу. Также срубы, то есть на разную ценовую категорию рассчитаны эти отели. А есть какие-нибудь эти ядовитые пауки, еще животные какие-нибудь? Черная вдова, но она не так часто встречается. Это змея такая? Нет, это паук такой. А, это паук? Да, паук. Ну, больше он встречается там в степной части, на плато, но это редкость, чтобы кого-то там укусило. Ага. Также есть клещи. Ух ты! Ну, есть энцефалитный клещ, это да, обязательный. Да. Также есть, если я не ошибаюсь, он называется лайм. То есть они приносят очень большие неприятности. Но опять же, очень-очень редкий случай. Я могу сказать, на майские праздники у меня мои гости посетили очень много, и также я с ними прошел много всяких маршрутов, и большие каньоны, и храмы солнца, и тропы в Новом Свете были. Ну, опять же, это лес, опять же, Джур-Джур водопад. Ну, очень много, то есть мы побывали в лесу, и вот за 7 дней никто ничего. Хотя везде были таблички «Осторожно, клещи». То есть кроссовки нужно обязательно, ну, да, одевать? Да, мы наблюдали такие ситуации, что люди перед тем, как заходят в лес, обязательно намазываются какими-то жидкостями. И везде были эти таблички, ну, вот так. Ну, они пьющие, я вам могу сказать, они пути... Проспиртованные были уже. Да, но они по чуть-чуть, то есть они пьют хорошее сухое белое вино, предпочитают, бутылочку за день они вдвоем там за 8 часов выпивают. А, ну это-то мелочь, еще там 12 градусов вино, да тем более в такую жару оно там выветривается моментально. Ну, вообще, я удивлена, что здесь так, ну, есть клещи. То есть, как бы считается, что Сибирь там обычно, вот эти энцефалитные. Они активные вот только весной.
Это у нас медьянка есть, она такая тоже может принести очень большие неприятности, то есть большая температура, там жар, ну и все прочее, опухоль будет. И также есть горный полос. А в основном, как бы, гадюки все находятся в степной части Крыма. Ну, более-менее, то есть, ну не более-менее, а такие случаи очень-очень редко бывают. Очень редко. В общем, не ходите, идите в лес. Смотрите, бык. Чуть-чуть мы в него не въехали, как он резко у нас вынырнул из-за поворота. Смотрите, сейчас я вот спрашиваю у Василия. Ай Даниль, есть очень хороший санаторий. А, сейчас расскажем, все поедут в этот санаторий, и мы потом туда не попадем. Я вам просто могу сказать, как. То есть это 16-этажный санаторий, это бывший Минздрав СССР. Это 4-е управление, где отдыхали высокопоставленные то есть чиновники. Там своя лечебная база. Он сейчас, если не ошибаюсь, ну, в частных руках. И что могу сказать, каждый год делается реконструкция, каждый год они что-то улучшают. Ну, надо посмотреть. Да. И очень многие остались довольны. А вот еще примечательное это место, рядом находится дача Олег Первого. Ух ты. Да. У него свои виноградники, еще при Украине он взял в аренду большое количество виноградников, построил себе шикарную дачу. Тем самым он для Ялты провел очень большую магистраль газа, ну, за то, что ему дали. И одна из версий, почему, ну, мне просто люди, те, которые работают у него в этом поместье, ну, рассказывают, что у него кто-то из родственников болеет астмой. Заболевание астмы. В этом месте у них нет приступов. То есть почему? Рядом находится плюс море, и плюс рядом находится реликтовая роща, находится можжевельников. Это заповедник Лис Мартьян, один из самых маленьких в Крыму. Он 240 гектар, из них 140 акваторий. Ну, вы так рассказываете, что я туда уже хочу, а мы хотели в Турцию ехать. Теперь едем уже, я так чувствую, в августе. Я вот что хотела про Руссию спросить. У нас вот этот вот отель был, мы вчера ходили, гуляли по нему. Совет министров Крыма, работал я там некоторое время, пару лет, наверное, я там проработал. Встречали мы там всех. А кем? Кем вы там работали? Расскажите. Я работал простым служащим. Простым служащим работал. И я вам могу сказать, люди целенаправленно. Ну, я вам так там могу вообще сказать, такой он потрясающий стиль Советского воздух. Союза, вот так можно сказать. Да, конечно, они меняются в лучшую сторону, но там работают очень хорошие специалисты. То есть лечебная база хорошая. Да, лечебная база. И люди вот на самом деле едут туда оздоравливаться. Ну, мы вчера были, там воздух прям вот оценили воздух. Мы были, напомню всем тем, кто не знает, от Атлантиды пропуска дают. У Атлантиды нет своего пляжа, и дают пропуска вот в эту Руссию, проход через этот санаторий. Так, вот смотрите, сам Балаклава, он не очень большой город, и здесь домики такие низенькие все. Но здесь тоже не сейсмоопасная зона, или сейсмоопасная? Ну, вообще без Крыма. Сейсмоопасная, да? Поэтому здесь, видите, невысокие здания. В связи с этим, что не строили, потому что в каком? В 1927 году было землетрясение сильное в Крыму. Ну, сейчас вся прелесть будет с левой стороны. Будем заезжать, у нас будет вид на Генуэзскую крепость. Это называется Чимбала, Симбала. А здесь березы очень красивые, высокие стоят. Березы, кстати, Оксана, я не встречала там вот много, да, в основном там. Хвойные там такие, можжевельники, легенды. Вот впереди открывается вид на Генуэзскую крепость. Наверху, да? Наверху. Я бы подумала, это какая-нибудь водонапорная башня. Она и так и служила таким образом. Да? Ну, потому что она выглядит... Там были глиняные трубы в то время, и она служила водонапорной башней. Это город входит в состав Севастополя. Так, а Севастополь же тоже город? Ну, да, это город федеральный, но это два города, которые входят в состав. А здесь корабли какие-то мы про... Мы сейчас, сейчас к ним подойдем. Да, Валентин. Да, Валентин. Да. Значит, смотрите, вот такие проходите. У нас
условия здесь. Забираемся мы на яхточку вот такую вот. Это яхточка считается, да? Круто. Так, вот так вот. А как это называется? Лодка? Катерок. Во, катер. Катер, а то я не могу подобрать слово. В общем... Здравствуйте. Здравствуйте. Я фотографирую, предлагаю магнит. Не-не, спасибо, нет, не спасибо, надо. Хорошо, не снимаем, да. Да. В общем, смотрите, ребят, мы в балаклаве. Балаклава – это рыбное гнездо, поэтому так вот называется балаклава. Это нам рассказали сейчас Василий, пока мы ехали. Кстати, здесь обалденно пекут булочки. Вот здесь вот справа пекарня. Вот кто будет, зайдите, не пожалейте. Вот только что спекли булочка с маком, вкуснее ничего в жизни не ела. Реально, понимаете, сколько я всего видела и где я была, реально очень-очень вкусное место. Выпечка. Стояли, то есть войска союзников. Это была Первая Крымская война, это у нас маленькое государство Сардиния, это турки, это французы и англичане воевали против царской России. И вот в Балаклаве англичане построили первую набережную деревянную, также сделали 12-километровую железную дорогу. Ходят очень много легенд, что, ну, здесь действительно жил Куприн, жил, писал. Пишут, что Куприн был очень веселым человеком, очень любил общаться с местными рыбаками. Преимущественно здесь жили греки изначально, потому что здесь стояли греческие батальоны, которые воевали на стороне царской России. Куприн с ними общался, любил угостить, был тоже состоятельным. И в одном из таких, можно сказать, из таких гуляний, да, он решил, ну, возомнил себе написать царю, что он объявляет Балаклаву греческим независимым государством. Эта депеша попадает к Столыпину. Это действительно документально зафиксировали. Ну, на что Столыпин пишет ему ответ. Куприн, вы когда пьете, закусывайте. Это действительно так и было. За эти лодки раньше можно было 7 лет расстрела, так сказать, получить. За то, что увидели эти лодки, да? Ну, нельзя было. Нельзя было. Севастополь был закрытым городом. Ага. И Балаклава была закрытым. Ее вообще не было на картах.